Пить что будете? Чай, кофе, водка, коньяк, виски, мартини, текила, ром, кашаса? Вот что значит фирменный поезд. Я, простите, буду мартини. Вы знаете, я, пожалуй, тоже выпью мартини. С оливкой, будьте любезны. Вот что значит сервис. Я, Андрей Альбертович, считаю так, что лучше заплатить 500 рублей лишних, но ехать в фирменном вагоне, как человек, с нормальными условиями, с нормальным сервисом, с хорошим отношением. Федор Викторович, я абсолютно с вами согласен. Мартини. Ах, да. Оливки. Приятного аппетита. Подпишись. Подпишись.